Сегодня переделывал горн. У меня на том горне, вот здесь, ну, горн был этот же, только вот здесь стоял у меня вентилятор. Сейчас я его переделал, потому что приказал тот долго жить. Сделал вот такую конструкцию. Привернул пылесос, купил в Командоре вот такую теплашку. С той стороны пылесоса ее примандрячил. Это все открывается, воздуху получается больше. На пылесосе вот этот регулятор тоже работает. Все крутится как положено. Добавляешь оборотов, оно сильнее и сильнее. Баллон на этом баллоне, на маленьком. 50-литровый баллон мне не поменяли. Сказали, что он уже в этот. Пришлось купить новый баллон. Ну, сейчас посмотрим. Разожгем. Сейчас я его разожгу, подожгу и включусь, а то так неудобно. Ну или в принципе можно сделать это вот так, чтобы посмотреть в реальном времени, как он греет. Что бы сюда подставить-то под него? Низковато получается. Вот так вот. Ну как-то так. Подставим. Вот так вот подставим. Так вот. Это все. Вот так вот. А, ё-моё. Развал и коммунизм полный. Так, где у меня спички? А, спичек у меня, как всегда, нет. Потеряла где-то свою зажигалку. Thank you.
тоже. И посмотрим. Включаем, убираем, а то сегодня оставил и сплавилось этот. Ну, вот такой вот получился горн. Греет, в принципе. Как-то так.